Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Более 70% российских автовладельцев поддерживают идею возрождения советских автомобильных брендов. Это выяснилось в ходе опроса, который провела компания «Открытие авто». Наиболее лояльно к москвичам, «Волгам» и прочим отечественным маркам относятся респонденты в возрасте от 56 до 65 лет, а также от 18 до 25 лет. Четверть опрошенных считает, что возобновление выпуска машин с такими названиями положительным образом скажется на развитии российского автопрома. Каждый третий при этом не желает, чтобы это были копии китайских авто. Трасса 101. Появились слухи о том, что у «АвтоВАЗа» расстроились отношения с китайской компанией «ФАВ». Из-за этого может быть свернут проект по производству кроссовера «Лада X-Cross 5», который является копией «ФАВ Бестюн Т-77». Дескать, китайцам выгоднее напрямую продавать модель, нежели поставлять машинокомплекты российскому предприятию. Одновременно появилась информация о том, что «Волжский автозавод» ведет переговоры о выпуске автомобилей на более выгодных условиях с компаниями «Черри» и «Дунфен». Трасса 101. Дилеры китайской компании «Кайи» выставили на продажу кроссоверы X3 Pro по цене от 2,5 миллионов рублей. От модели X3, которая появилась ранее, новинка отличается внешностью, а также более мощным мотором. Это бензиновый 1,5-литровый агрегат с отдачей 147 лошадиных сил. Работает он совместно с вариатором. Машина получила электронный селектор трансмиссии, панорамную крышу, систему кругового обзора, беспроводную зарядку смартфона и другие функции. Трасса 101. Международные эксперты составили список самых надежных автомобилей марки Toyota. На первом месте оказалась модель, которая никогда официально не продавалась в России, но которую можно часто встретить на улицах наших городов. Это среднеразмерный кроссовер Venza, выпускаемый с 2008 года для Северной Америки. Он набрал наибольшее число баллов по части техобслуживания, отзывных компаний и личных отзывов владельцев. Вторая строчка досталась RAV4, третья – Highlander. Далее идут Forerunner, Land Cruiser и Corolla Cross. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».